Соседи в огне. Все силы МЧС Республики Мариэл сейчас направлены на тушение огня в Медведевском районе. За сутки после начала лесной пожар вышел из-под контроля и угрожает населенным пунктам. В связи с задымлением по-прежнему перекрыта федеральная трасса, соединяющая Чебоксары и Йошкар-Олу. Автомобили пускают в объезд через Казань. На борьбу с пламенем брошены все силы. Техника стянута со всех районов Марийской Республики. В связи с происходящим в режим полной боевой готовности приведено и МЧС по Чувашии. В Заволжье под усиленное патрулирование взяты автодороги, задействованы беспилотники. Посещение лесов ограничено, въезд автотранспорта запрещен. Между тем, в чебоксарских пабликах в интернете объявлен сбор добровольцев, готовых выдвинуться на помощь в Мариэл.